Здравствуйте, друзья! В данном видео речь пойдет о вот таком интересном приборе, который в народе называется отпугивателем собак. По-английски он называется антибарк, то есть противолайное устройство. Спереди напоминает собачку, здесь ультразвуковой динамик, два светодиода. У прибора три режима. Первый – это фонарь. Второй режим настораживает животное, и от третьего режима животное бежит. Собственно, давайте посмотрим, как это все работает. Прибор мной опробован, как на собаках, так и на кошках. Кошки очень странно реагируют, то есть для них это какой-то доселе неизвестный звук. Они его прекрасно слышат. Если подойти где-то на расстоянии 2 метров, то кошка после этого убегает. До этого настороженно слушает и пытается понять, откуда идет звук. Собаки же, особенно лежащие спокойно, от этого прибора вздрагивают и сразу же убегают. Первый режим – фонарь. Вот он, первый режим. Это просто такое вот светодиодное освещение. Довольно яркие, очень неплохие сверхяркие светодиоды. Второй режим, разумеется, выключает фонарь. И при нажатии идет монотонный высокочастотный звук. Еще раз. Что касается третьего режима, то на нашем языке звуков он, наверное, выглядит как, звучит как сирена или как очень громкая вибрация. Выглядит это примерно так, с миганием. Чисто из личных впечатлений скажу, что на расстоянии 1 метра звучит это довольно неприятно. У каждого человека свое восприятие, разумеется, высокочастотного сигнала, но в любом случае довольно неприятный звук, и, наверное, гораздо громче и противнее все это выглядит для, все это звучит для собак и кошек. Называется он AD100. Но в любом случае несколько таких экземпляров были опробованы. Все они работают прекрасно во всех трех режимах. Первый, второй и третий. Ну, я думаю, что камера не передает так хорошо и не оцифровывает высокочастотный сигнал. К тому же и на ваших динамиках или наушниках это не будет хорошо слышно. Но поверьте на слово, эффект от этого прибора действительно есть. И собаки, и кошки от него убегают. Спасибо за просмотр. Всем удачи!